Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас тест на курице. Курочку мы немножко зевнули, вовремя не вытащили. Видите, она еще вон замороженная. И как бы следуя законам жанра, я должен сейчас сказать, что интересно посмотреть, как же поведет себя АУС-8 на такой курице замороженной. Но я это говорить не буду, потому что тот нож, которым сейчас будем резать эту курицу, да ему в принципе, знаете, наплевать. Мороженая курица. Не мороженое, так встречайте. Раджа 2 от Cold Steel. АУС 8 заточен примерно. Извиняюсь, заточен примерно. Вот так. Сейчас протрем это все. Честно говоря, никаким тестом это дело не задумывалось. Просто сегодня у нас на обед курица. Вот и порежем. Это оказалось так, что еще ни разу на камеру не резал курицу раджой. Знаете, как-то правда смотришь и понимаешь, что ему по большому счету все равно мороженая курица, не мороженая курица, так и мне все равно. Что скользкая зараза. Тут, знаете, что с этим ножом есть другое неудобство. Пользуя его, надо знать анатомию курицы. В принципе, как бы когда любым ножом режешь, да, надо знать анатомию курицы. Но если когда каким-нибудь там другим ножичком режешь, то ты выискиваешь, где там какие-то у нее суставчики, чтобы лишнюю нагрузку снять с клинка, то здесь наоборот, клинок просто проваливается во все подряд, и уже как-то хочется попасть именно по суставчикам, чтобы не понаделать кучу осколков. Потому что, видите, вот нож просто... То есть он просто режет. То есть нож просто режет. А вот теперь смотрим, что я, видите, в принципе, не попал там, где надо. И нож просто тупо вот, где шел, там все и разрезал. Замороженную, да, плоть, да, кости, суставы, связки, то есть через что вот прошел, через то и прошел. Ну, монстр. Одним словом, монстр. То есть вот так вот, не прикладывая усилий, вот так это все делается. Тут даже как бы наоборот, это не то, что усилия прикладывать к нему. Тут надо усилия немного сдерживать, потому что доска своя родная, не хочет ее повредить. О, видите, то есть насколько мясо еще заморожено. Ну, проспали мы. Не вытащили вовремя. Ну, видите, как бы вся нагрузка вот на эту часть приходится. Ну, это, естественно, при такой форме клинка. Вот этой частью как-то резать, ну, не особо удобно, потому что все тут уже вон клиночек уперся, видите. Поэтому эта часть всегда работает меньше. Вся нагрузка идет вот сюда. Раздается приятный звук. И на этом все. Сейчас давайте быстренько сполоснем. Мне всегда нравились тесты на курице. Особенно мне всегда в этих тестах, когда я смотрел, нравилось то, с каким потом тщательным вниманием люди осматривают клинок. Как бы реально подразумеваю, что он может очень сильно пострадать от взаимодействия с курицей. Ну ничего, прикольно, смешно, почему нет? Так, ну поехали по всем канонам. РК, даже там, где не резала. Стоп.
Сталиус 8. Никакой суперсталью здесь даже не пахло. Курица замороженная. Так, волоски слетают. Делаю на лице такое умное выражение, хотя бы вы не видите, и говорю, что да, от взаимодействия с мороженой курочкой сталь АУС-8 в исполнении Cold Steel не пострадала. Ну что, всем спасибо за внимание. До свидания.